До старта осталось 14 секунд. Мы будем продолжать. Кто немножко задержался, тот подтянется, я думаю, да, и получит свою долю зрелищных, так сказать, удовольствий. Мы вступаем во вторую часть нашей программы. Она, естественно, самая сложная, самая могучая и самая мощная. Потому что это последние курсы, это их последнее выступление, это их последнее «Здравствуй и прощай!». Чтобы не ошибиться. Итак, внимание! Программа группы 404-5, да? Правильно? Да. Документальная фантастика. Вселенная КМ. Преподаватели. Нина Александровна Ягодинцева. Людмила Васильевна Назарова. Инна Владимировна Степанова. Олеся Видальна Гришанина-Мошкина. То ли их двое, то ли она одна. Итак, внимание на экран. Мы начинаем. Четвертый курс. Исследование Вселенной КМ велось с древнейших времен. Наскальные рисунки свидетельствуют, что ритуальные пляски вокруг костра были поставлены профессионалами своего дела. Древние манускрипты передавались из поколения в поколение и стали учебниками, чтобы нести свет праздника, свет необъятной Вселенной.
Центр подготовки космонавтов – это базовая площадка тренировки полетов в открытый космос. 40 лет назад, в 1976 году, состоялся первый выпуск летчиков-космонавтов – 19 молодых специалистов. За эти годы Центр успешно отправил в полет несколько тысяч профессионалов, которые получили высокое межпланетное признание. Наши выпускники – министр культуры Челябинской области Алексей Ведехтин, заслуженный артист России, известный шоумен Александр Термин, киносценарист, автор сценариев 16 мелодраматических фильмов, транслировавшихся на центральных каналах России, Лена Баламяки. Музыкальная группа «Немощные», обладатели специального приза на фестивале «Большая разница» Первого канала, авторы-исполнители саундтрека популярнейшему скейт-шоу «Даешь молодежь» на канале СТС, Алексей Алексеев, Кирилл Овчинников, Степан Кондратович. Киносценарист, сотрудник Comedy Club Production, автор популярного молодежного сериала «Универ» на канале ТНТ, автор программы «Большая разница» на Первом канале Артем Гончаров. Киноактриса, фильмографии которой значится 45 фильмов. 9 из них – исполнительница главных ролей Анна Пескова. Создатель легендарной панк-рок-фолк-группы «Водопад» имени Вахтанга Кикабидзе. Поэт, музыкант, народный режиссер Сергей Лукашин. Ежегодно все будущие космонавты совершают пробный взлет на главной стартовой площадке Центра подготовки. Код этого испытания – День КМ. Пластическую культуру.
А движение – это жизнь. Thank you.
сценическое общение может проходить в условиях органического молчания. Не товарищи.
Я что-то не понял, в чем проблема-то? Олеся Витальевна Гришанина Мошкина. Ну, ребят! Инструкторы по созданию творческих миров и преобразованию хаотической энергии в творческую помогут выстроить парад планет. Нина Александровна Якотинцева. Я вас все равно переключу. Мария Викторовна Бубенкова. Марат Романович Ракипов. Так, подумайте еще. Анна Владимировна Никитина. Например, в грозе. Инструктор по формированию звездных скоплений. Ни один не проскочит мимо целовальной центрифуги. Людмила Николаевна Лазарева. Поднимайте ваш футбол, Людмила. Инструкторы по работе с плечевым аппаратом избавят от космического мусора в речи. Ирина Алексеевна Сапожникова. Ай, на ны, на ны, на ны. Я не поняла. Надежда Илларионовна Ушкова. Что это как? Фиалки в породе. Светлана Михайловна Соковикова. Как вы мне надоели. Идите уже, а. Инструктор управления телами в космическом пространстве обучат справляться с невесомостью в космосе. Наталья Витальевна Скрипина. Друзья мои, вам понятно? Варвара Сергеевна Склерова. И пошли, 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 повернулись уже. Инструктор по классификации неопознанных летающих объектов научит ориентироваться в системах координат. Геннадий Васильевич Литвинов. Да боже мой, скажи я вам. Комендант звездного городка, лоцман в потоке метеоритов и астероидов и координатор работы Центра подготовки Владимир Евгеньевич Солдаткин. С этой мыслью надо переспать. Центр подготовки космонавтов, помощнику командира экипажа 4 уровня. Проверка инструкторского состава завершена. Помощник командира 4 уровня Центра подготовки космонавтов. Позывные для связи установлены. Внимание! Учебному отряду 1 уровня просьба пройти на стартовую площадку. Повторяю, учебному отряду 1 уровня просьба пройти на стартовую площадку. Первый курс на сцену! Давайте поприветствуем отряд 1 уровня! Занимаем правильную позицию, то есть шахматный порядок. Готовимся к старту. И еще раз бурные аплодисменты. Это отряд 1 уровня.
сравнение. Насчет раз присели в творческом раздумье. Насчет раз присели в творческом раздумье. Присели насчет раз. Творческое раздумье прекрасно. Насчет два стали окрыленные вдохновением. Но устали насчет два вдохновение. Последнее упражнение на позвоночник. Наклоны вперед, поклоны восхищенному зрителю. На счет раз наклонились. Так, колени не сгибать спину, я жду ровно. Прекрасно. На счет два выпрямились. Раз, два, раз, два. Ага. Ага. Вот вы позволите? Какие у вас объемные сердечные ритмы! Вы будете принимать стремительные творческие решения. Мужчина? Хотя нет. Какие у вас сияющие глаза. Потом я их посмотрю. Вы не давайте? Ух ты, обратите внимание, какие сияющие глазисти! Вы будете озарять зал одним взглядом. Давайте будем озарять. О! Идеально! Позвольте, я к вам, а как вам можно обратиться? Ирина Дмитриевна, дышите! Не дышите! Дышите. Я так не понимаю. Позвольте, вас послушаю. Дышите. Не дышите. Дышите. Не дышите. Дышите. Да, дышите. Прекрасно. У вас просто нюх на таланты. Я вас поздравляю. Милая дама, а скажите. Нет, ну она так. Поведется с тобой праздничные массы. Умница! Я вас поздравляю с тем, что вы наконец-то. Пригодится для реквизита.
некогда. Доширак и кофе. Обед типичных космонавтов. Это на показ нам. А на свой купите. Это мусор. Она дарит вдохновение только своим видом. Thank you.
оставить аплодисменты. Для произнесения торжественной клятвы равнение на командира экипажа. Клянусь глубоко изучать созвездия, знаки, символы Вселенной КМ, направлять ракеты своего творчества на борьбу с силой земного тяготения. Банальному клянетесь? Клянемся! Вести подробные записи в бортовых журналах и не оставлять за собой хвосты комет. Никогда не совершать самовольную высадку на планете Халява. Клянетесь? Клянемся! Дважды в год честно и добросовестно готовиться к космическим полетам под руководством сверхопытных инструкторов. Клянетесь? Клянемся! При выходе в открытый космос всегда помнить Млечный Путь и Звездный Городок. Клянетесь? Клянемся! Поздравляем экипаж первого уровня с посвящением в профессию! Уважаемые руководители, разрешите доложить? Докладывайте. Сержант третьего уровня Евгения Бокарева дезинформирует новобранцев, что в открытый космос без подготовки можно попасть на стреле. В смысле на стреле? Разберемся! Разобраться? Сейчас разберемся! Сейчас мы не ставим стрелы. Сейчас мы... Экипаж первого уровня! Получите свои пропуски в Звездный Городок! Внимание! Экипаж! Ваши предшественники, выпускники 2015 года, приготовили для вас секретный инструктаж, после которого жизнь наверняка подарит вам весь космос. Внимание на экран! Обучение. Внимание, экипаж! Займите свои места в зале согласно
Ганцу. Перерывчик для технического перевооружения площадки и фактически заключительное выступление. Поэтому через 5 минут я начну говорить вновь и вновь.